В детском лагере «Факел» дети ведут активный образ жизни. Они не только играют, танцуют и гуляют. Ребята несколько раз в неделю приходят в библиотеку за интересными впечатлениями. Детей нужно чем-то занимать, чем-то заинтересовывать. Они к нам приходят 2-3 раза в неделю, и чтобы наши встречи были более интересными и разнообразными, мы стараемся приглашать различных гостей на наши встречи. На этот раз школьники познакомились с писателем Генрихом Щербаковым и его новой книгой. Талант и интерес к литературе у Генриха Ивановича проявился с самого раннего возраста. Еще будучи в 3-м классе, будущий писатель написал свое первое стихотворение, поэтому его поэзия понятна детям. Бабочки-цветочки в небе танец пляшут, бабочки-цветочки маят красотой, бабочки-цветочки кружат надо мной. В юности он много читал, и особенно его привлекали афоризмы мудрых людей. На протяжении всей своей жизни Генрих Щербаков записывал их. И сам в общей сложности сочинил более 9000 афоризмов. Также в его творческом багаже есть много детских стихотворений, которые он сочинил вместе со своей внучкой. Она надевала мамино платье, туфли, и тут же стихотворение. Она каталась на горке, она пошла в школу, и тут же про школу, про первоклассницу. Ей купили котеночка и котовские стихотворения. Вот таким образом было написано мной порядка 60 стихотворений, и все они как бы о внучке, и в то же время, если посмотришь, они касаются всех девочек, всех мальчиков. На творческой встрече писатель познакомил ребят со своей новой книгой для детей, в которую вошло много смешных стихотворений. Рассказал о своей жизни, а также ответил на необычные вопросы ребят. Какая самая любимая песня? Мне нравились стихи, ой, не стихи, а песни того времени. Это вот «Темная ночь». Также дети подготовили писателю небольшой сюрприз. Они прочитали ему свои любимые стихотворения. Ну, все длинные, а повязка. Да маме упираясь в небоскон, какие тайны и какие сказки в душе ребенка открывает он. Творческая встреча получилась очень насыщенной и интересной. Дети даже не заметили, как быстро пролетело время. Автор очень старается писать стихи. У него очень хорошее воображение. Он создает книги для детей, которые им нравятся. И взрослым творчество Генриха Щербакова тоже пришлось по душе. Они, как и дети, слушали его с удовольствием. Прекрасный автор. Он так здорово пишет. Вот именно для детишек, которые сегодня вот сюда пришли, именно для их возраста. Вот. И вообще все стихи прекрасные, но вот в плане котенка мне больше всего понравилось. Как сказал Генрих Иванович, для него главное в таких встречах – это заинтересовать детей не только своим творчеством, а чтением книг в целом. И, возможно, подобные беседы помогут ребятам полюбить чтение. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, «Видное ТВ».